Настоящие БМП только на колесах. Так называют эти бронированные перевозчики пехоты. Высокоманевренные, высокозащищенные машины с мощным вооружением, способным эффективно решать современные боевые задачи. Бронетранспортеры БТР-80А и БТР-90 в фильме «Оружие». Опыт боевого применения советских бронетранспортеров БТР-60 и БТР-70 во время афганской войны выявил все достоинства и недостатки этого вида техники. Высокая подвижность и проходимость с одной стороны, слабая бронезащита и недостаточная огневая мощь с другой. Я один раз ехал на БТР-60 ПУ. Вот я на этом БТРе ехал на операцию. Сидел на броне сверху. И при движении колонны на марше подо мной сработала эта итальянская пина вакуумная. Пока она накачала вакуума, и вот потом произошел выстрел как раз по правым передним колесом. И вот это колесо оторвало, меня, конечно, выбросило, потерял сознание, полежал пока очнулся. Ну все, колесо оторвано. И что? Ну и что? Мы потом, пока закончили тут разборку с этими душманами, сели, поехали дальше. Без колеса поехали, все нормально, машина идет. Да ее пуля пробьет это колесо, там есть подкачка. Включил подкачку и поехал. То есть я думаю так, что в таких войнах, вот, которые идут и в городах, и в населенных пунктах, и имеются асфальтированные дороги, на колесном ходу намного выгоднее, чем на гусеничном. С учетом пожеланий армии, конструкторы Горьковского автозавода создали новый бронетранспортер БТР-80. Он поступал на вооружение советских мотострелков с 1984 года. В целом эта машина превосходила предыдущую модель по своим тактико-техническим данным. Более комфортными стали условия боевой работы экипажа и десантников, повысилась живучесть БТРа и надежность его дизельной силовой установки. Однако серьезного конструктивного прорыва достичь не удалось. Огневая мощь осталась на прежнем уровне. Два пулемета в башенной турели. Как показал опыт боев на афганской земле, этого было недостаточно. Горьковские инженеры продолжили работу по усилению вооружений. Возглавил конструкторскую группу Александр Мосягин. Мосягин Александр Григорьевич. Талантливый разработчик бронетехники. Родился в 1941 году. Окончил Горьковский политехнический институт. С 2006 года главный конструктор Арзамасского машиностроительного завода. Под его руководством разработаны бронетранспортеры БТР-80А, БТР-90. Награжден орденом «Знак почета», имеет звание «Заслуженный конструктор России». В башне бронетранспортера БТР-80 решили установить 30-миллиметровую автоматическую пушку того же калибра, что стояла на боевой машине пехоты БМП-2, но более компактную и эффективную. На этом пути пришлось столкнуться с довольно серьезными проблемами. Конструкторы долго не могли добиться стрельбы без задержек. Замедленная киносъемка показала, что из-за сильной 6-тонной отдачи пушки корпус бронетранспортера деформировался после первых же выстрелов. Из-за этого перезаряжание становилось почти невозможным. Задача казалась неразрешимой, но вскоре к чисто инженерным добавились и другие проблемы. Пока шли конструкторские проработки и испытания бронетранспортера с новым комплексом вооружения, в стране происходили события глобального масштаба. Распад Советского Союза привел к резкому сокращению финансирования оборонных заказов. Ситуация на Горьковском автомобильном заводе приобрела драматический характер. И все-таки конструкторы на свой страх и риск продолжили работу. Несмотря на экономические трудности, в 1994 году на вооружение был принят бронетранспортер БТР-80А, артиллерийский. БТР-80А, средний бронетранспортер. Боевая масса 14,5 тонн. Длина 7,6 метра. Ширина 2,9 метра. Двигатель дизельный, мощностью 260 лошадиных сил.
Скорость по шоссе до 80 км в час. На плаву до 10 км в час. Запас хода 600 км. Вооружение. Автоматическая пушка калибра 30 мм. Пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Боевой расчет. Два члена экипажа и 8 десантников. Пушку вместе со спаренным пулеметом ПКТ установили на бронированном лафете в башне кругового вращения. Угол горизонтального обстрела этого комплекса составляет 360 градусов. По вертикали обеспечиваются углы до плюс 70 градусов, что позволяет вести стрельбу и по наземным, и по воздушным целям. Пушка и пулемет имеют ленточное боепитание из магазинов, расположенных в башне. Все вооружение вынесено за пределы обитаемого отсека. Это уменьшает загазованность внутренних помещений машины при стрельбе. БТР оснащен танковым ночным прицелом и может поражать цели на дистанции до 4 километров. Эффективность автоматической пушки оказалась столь велика, что ею сегодня оснащают штурмовые самолеты и вертолеты. Позднее на базе БТР-80 создали самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК». Это средство огневой поддержки мотострелковых батальонов. Основное вооружение машины – нарезная пушка калибра 120 мм. Опыт боевых действий в горячих точках показал, в условиях современного боя бронетранспортерам необходимо иметь более мощное вооружение и защиту. На основе анализа всех самых современных тенденций развития армейской техники в 1994 году конструкторы создали новую бронированную колесную машину. Она получила название «Росток». Таким был шифр опытно-конструкторской работы в открытой переписке. Позже бронетранспортеру был присвоен официальный индекс БТР-90. БТР-90 «Росток» – тяжелый бронетранспортер. Боевая масса 20,5 тонн, длина 8,5 метров, ширина 2,9 метра. Двигатель дизельный мощностью 510 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 100 км в час, на плаву до 12 км в час. Запас хода 700 км. Вооружение. Автоматическая пушка калибра 30 мм, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, ПТРК «Конкурс», гранатомет АГС-17 «Пламя», ПЗРК «Игла». Боевой расчет. Три члена экипажа и 7 десантников. Внешне новая машина похожа на бронетранспортеры предыдущих поколений. Основные отличия в компоновке, конструкции отдельных элементов корпуса и комплексе вооружения. 30-миллиметровая автоматическая пушка, она по своим характеристикам аналогична пушке БМП-2. Вот, но и может применяться как для поражения легкобронированных целей, так и для поражения живой силы противника. Бортовая информационно-управляющая система стабилизирует вооружение в двух плоскостях. Прицельная стрельба из пушки и спаренного пулемета возможна при движении со скоростью до 50 км в час по пересеченной местности. Противотанковый ракетный комплекс обеспечивает эффективную борьбу с танками. Серьезно повысилась живучесть машины. Качество очень важное в бою. Сварной корпус выполнен из бронелистов увеличенной толщины. Хотя и применена броня, так скажем, алюминиевая, то есть алюминиевый сплав, но броня достаточно толстая, так скажем, обеспечивает защиту от осколков снарядов и от боеприпасов автоматических пушек противника. Еще одно отличительное свойство машины – легкость и простота управления. Благодаря уникальной гидрообъемной трансмиссии резко повысилась маневренность. БТР-90 – единственный в мире бронетранспортер, который умеет разворачиваться на месте. В этом он похож на танк, совершающий подобный маневр с помощью гусениц. После первых показов БТР-90 широкой публике западная пресса запестрела заголовками: «Страшилка для НАТО. Умри, все живое». Так оценили высочайшую боевую эффективность новой машины.
БТР-90 может использоваться не только сухопутными частями, но и морской пехотой. Для движения на плаву используются два водометных движителя. Мореходные качества бронетранспортера очень высоки. Волнение в 3 балла не является для него помехой. Машина оснащена системой коллективной защиты боевого расчета от воздействия ударной волны ядерного взрыва, проникающей радиации, радиоактивной пыли, бактериологического оружия и отравляющих веществ. БТР-90 прошел весь цикл государственных испытаний и был рекомендован к принятию на вооружение. На основе бронетранспортера БТР-90 планируется создание целого семейства современных боевых машин. Высокая грузоподъемность и значительный внутренний объем позволяют использовать его как шасси для 120-миллиметровой противотанковой пушки, минометов, зенитно-ракетных и противотанковых комплексов. По 3 главным показателям – защищенности, огневой мощи и маневренности – БТР-90 не имеет аналогов в мире. История бронеавтомобиля насчитывает уже 100 лет. Но и сегодня, в 21 веке, колесные боевые машины не утратили своего значения. Армия по-прежнему нуждается в мобильных, хорошо вооруженных и защищенных бронетранспортерах. Без них выполнение современных боевых задач невозможно.